Вот в одном из этих зданий было, как указано на схеме, школа, где учился Владимир Семенович Высоцкий в 47-49 года. Итак, от дороги, от трассы, которая там вдалеке, в тумане, 5, по-моему, домов в прекраснейшем состоянии, от реставрирования, у них сейчас находятся очень-очень солидные фирмы. Такие как полицейское управление, криминалистическое управление, пожарное управление. Ну, в общем, штабным всегда везет, чего уж там говорить-то. А вот дальше, пожалуйста, смотрите, дома уже заброшены. Ну, в общем, получается три здания слева, которые на карте, они полностью заброшены. Все зарастает травой, но в замечательном состоянии. А вот здесь, судя по всему, еще одно здание стояло такое же. Его снесли, и теперь здесь котлованчик. Явно что-то было. А дальше уже все, дальше уже деревья идут.